С помощью всех присутствующих здесь мы собираемся победить в штате Мичиган в ноябре этого года. Мы собираемся уволить мошенника Джо Байдена и изгнать его преступную семью из Белого дома. Мы собираемся снова сделать Америку великой. Преследование меня и других людей происходит только потому, что я баллотируюсь в президенты и лидирую в вопросах. А после сфальсифицированного судебного процесса в Нью-Йорке мои шансы существенно возросли. Слабость и неудача Байдена подвергают нас серьезной опасности. Как президент, я восстановлю мир с помощью силы. В мой следующий президентский срок мы построим над нашей страной огромный железный купол, подобный тому, что есть у Израиля. Современный щит противоракетной обороны, который будет полностью построен в Америке и создаст рабочие места. Это будет самый большой купол в мире. Джо Байден – худший президент в истории нашей страны. Он станет ужасным воспоминанием. А наше большинство будет формировать великолепное будущее Америки, когда я стану 47-м президентом Соединенных Штатов.